Да, назвал бы какой-нибудь там, не знаю, бы назвал бы какой-нибудь как кофе бы этот назвал бы, допустим, русский токамак. Вот, да? Значит, в смысле по соотношению там размера и производимой энергии, да, то есть как бы на этом бы обыграл. Ну, вот так вот бы что-нибудь я сделал. Но поскольку, значит, это был экспромт товарища Медведева, то есть как бы здесь к экспромтам трудно, значит, предъявлять требования такие. Вот. А товарищ Медведев мне, в общем-то, всегда нравился, симпатичный мужик, у нас с ним сходные музыкальные вкусы. Вот. Работу, ему чувствуется, нравится за его работа, то есть, как бы, это прекрасно, то есть, как бы, счастливый человек, на него и посмотреть приятно. За пределы интернета, да, вышли все выражения, сейчас они уже на телевидении используются, которые касались украинской политики, которые все время были, термины были изобретены в интернете. Кстати сказать, я считаю, что я, может быть, я не знаю, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что это я изобрел в 2006 году еще термин «сведомит». Вот. И он сейчас, так сказать, вышел за пределы интернета уже, так сказать, его везде слышно. Вот. За пределы интернета уже вышло, значит, на телевидении, как уже абсолютно логичный политологический термин, такие вещи, как «перемога из Рада». Да? То есть, вот. Тоже уже, то есть, как бы, я как один из авторов, так сказать, классической общей теории перемог, да, вот, весьма этому рад.